дождиком снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час. Распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз. Сокровища вселенной мерцают, словно дыша, звенит потихоньку зенит. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда со звездой говорит. Здравствуй, здравствуй, сияешь, сияю. Который час? 12-й примерно. Там на земле в этот час лучше всего видно нас. А как же дети? Дети спят, наверное. Как хорошо от души спят по ночам малыши. Весело спят, кто в люльке, кто в коляске. Пусть им приснится во сне, как на луне, на луне. Лунный небес слух читает сказки. Лунный небес слух читает сказки. А тем, кому не спится, открою по секрету один замечательный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нету. И это действительно так. Смотрите в телескопы и тоже открывайте иные миры и края. Но только надо, чтобы хорошая погода была на планете Земля. Там высоко, высоко кто-то пролил молоко, и получилась млечная дорога. А вдоль по ней, между жемчужных полей, месяц плывет, как белая пирога. А на луне, во луне лунные люди смотрят, глаз не сводят. Как над луной шар голубой, шар земной очень красиво всходит и заходит. Очень красиво.